Машиностроение «Металлургия-2015» в выставочном центре «Казак-Палац» начала свою работу 23-я специализированная выставка машиностроения «Металлургия». В течение 3 дней там можно будет не только познакомиться с современными технологиями, разработками и тенденциями, но и принять участие в тематических круглых столах, семинарах, практикумах и мастер-классах. В частности, во время экспо-дней намерены обсудить перспективы поиска новых рынков и преодоления барьеров в торговле с Евросоюзом. Среди спикеров мероприятий заявлены руководитель Центра сертификации продукции из Польши и представители польского посольства. На 5000 квадратных метров материалы будущего, композиты и стеклопластики, новые технологии и новые возможности. Особое место занимают сверхточные приборы, автоматика и оборудование. Вот рентгенофлюоресцентные спектрометры нового поколения. С их помощью можно провести высокоточный химический анализ на всех стадиях производства. Фактически такой спектрометр позволяет покрыть весь спектр материалов литейной и металлургической отрасли. Мы на этом рынке уже около 20 лет и являемся одним из первых мировых производителей настольных и портативных рентгенофлуоресцентных спектрометров. Отечественный производитель, но работаем в основном на экспорт. А такие роботизированные сварочные комплексы собирают и обслуживают Запорожье. Технология сварки и системы крепления манипуляторов разработаны тоже здесь. Вот этот автомат сделан непосредственно для сварки твердотопливных котлов. Сегодня у нас, как говорят, чуть ли не на каждом углу варят твердотопливные котлы, которая тема очень актуальна. Мы предлагаем оборудование, где нажал кнопку, все остальное выполнил автомат. Традиционно на выставке «Металлургия машиностроения» представлены большие экспозиции лидеров промышленности края. Предприятие «Моторсич» показывает результаты внедрения самых передовых технологий на производстве от тонкого литья и орбитальной сварки до систем эндопротезирования суставов и легких вертолетов. Мы как бы интегратор не только нашего края, достижения в нашем крае, но и достижений всего мира. Когда такие международные выставки происходят, это помогает бизнесу, и большому бизнесу, и среднему, и малому бизнесу привлекать финансы, привлекать покупателей, привлекать инвесторов, привлекать вообще людей, которые готовы в этот край, в наш край, вкладывать деньги и получать здесь дивиденды. И, конечно же, выставка «Машиностроение и металлургия» – это один, на мой взгляд, из эффективных маркетинговых инструментов, инструментов для обмена информацией, для демонстрации своих возможностей, для того, чтобы представленная продукция, безусловно, нашла найти своего потребителя. Обычно выставка – это место, где начинаются контакты, где начинается знакомство, ознакомление с теми разработками. И в дальнейшем уже коллеги встречаются и переходят к конкретным переговорам, конкретным решениям реализации проекта. В этом году выставка начала свою работу, когда экономика страны находится в непростом положении. Тем не менее, уже один тот факт, что двери выставочного комплекса оказались открыты для самых современных технологий, внушает оптимизм, а участникам мероприятия – надежду на будущие успешные контракты.